собака Хигерей. Вырубай этот ролик нафиг, потому что он испортит твою психику. Далю, я слушаю вас. Да-да-да, говорите, я Димура. Да, вы хотите узнать, кто такие ведьмы? Да-да, конечно, хорошо. Я постараюсь разыскать об этом материал и рассказать вам. Да, конечно, я создам видео и подробно расскажу вам об этом. Приветствую всех. Кто такая ведьма? В представлении большинства это странная тетка, одевающаяся в черное, вызывающая мертвых и бесов, ходящая по перекресткам. Насылающая порчи и проклятия с куклами вуду и обычными вольтами. Подсыпающая соль. Скручивающая нитки в пута. Навязывающая узлы и в завершении убивающая одним взглядом. Это представление насаждается представителями неверных взглядов на магию как таковую. Ведьма может прибегнуть к подобным действиям, если у нее стоит на дороге, если надо проучить. Но поголовное зло – это не ведьмы. Ведьма – изначально существо, имеющее силу мысли и слова, умеющее говорить с тонким и слышащее видящее иллюстрации потустороннего. Она видит обряды, которые проводили до нее многие века назад, и слушает предков, которые диктуют ей тексты заговоров. Она знает разницу между составить самой и получить оттуда ритуал ведьмы без знания не бывает в принципе. Настоящая ведьма не будет делить себя на черное и белое. Она просто отдаст предпочтение тому, в чем ей комфортно, четко понимая, где ее минусы, ведь ведьмы не всесильны. Ведьмы-травницы зеленая магия, магия растений, не только веканство. Они больше всех имеют связи с лесами и землей. Их магия тонкая, изящная энергия, заставляющая пробуждаться в помощь силы, духов на исцеление, рождение, на любовь и счастье, гармонию и долгую жизнь. Это им открыты лесные дороги к забытым богам и предкам-травникам. Они одни из самых ярких представителей магии, создающие отвары и зелья, умеющие найти на ощущение нужную травинку. Зеленые ведьмы могут защитить, воззвав к горам и полям. Их связь с матерью неимоверно крепкая. Также они могут обернуть свое знание во вред и лучше не оказываться в ситуации, где зеленая ведьма разгневана. Марокканские ведьмы, помимо территориальных, это целая градация ведьм, которая заслуживает внимания. Заклинатели и почитатели джиннов, как буквально, так и мастеров бутылок, данный навык имеют все ведьмы, но не все могут зазвать дух в сосуд и запечатать его там навечно, как работающего на них слугу. Им не всегда нужно кладбище, чтобы добраться до мертвых, они специалисты слов и состояний. Какая разница, есть ли рядом могила или нет, если ты обладаешь безграничным видением или, чего хуже, вообще не веришь в ограничения, а твое намерение способно призывать духов с песков Сахары и неважное расстояние. Этот класс ведьм не брезгует использовать в своих обрядах черепа, кости, кровь, перья и шкуры, засушенные насекомые и много другого, что приходится добывать тайно, в зависимости от местонахождения ведьм. Куклы, частое неразделимое в ритуалах. Но это не вуду. Это другое, чтобы оживить такую куклу, надо вложить в нее еще бьющееся сердце голубя и до момента его остановки прочесть особое заклинание. Не каждая подходит к данной кукле, но и на этом не заканчивается особенности изготовления. Точно могу сказать, что никакой глины или воска – это огромная сложность в некоторых местах земного шара. Поэтому ведьмы научились использовать то, что подходит для их местности. Кстати, подобный вид ведьм неплохой и нехороший. Есть особи, которые отличаются особой жестокостью и чернушеством. Но само направление не накладывает такого отпечатка. И даже марокканская ведьма может быть помогающей.
лечащий, защищающий от проделок тех же черных сестер. А подобное оживление куклы может стать очень сильным оберегом для человека. Вообще ведьмам пришлось не сладко, их судьбы редко были удачными. Ведь среди смертных не важно каких точек земного мира. Они были изгоями. Где-то должны были прятаться и скрывать свою принадлежность к невидимому. Где-то становились фигурами более явными и даже имели некую власть. Где-то сами добивались для себя при помощи магии статуса, а где-то были прислугой для вельмож. Кто-то был ведьмой-повитухой, кто-то женой купца, царя, вождя, короля или его дочерью. Северные ведьмы – это не векане, не путайте эпохи и менталитет. Нрав этих ведьм был достаточно сложным и порой очень жестким. Кто оставался в селениях, кто-то уходил жить отдельно от людей. Для северных ведьм было естественное жертвоприношение и обращение к богам, мертвым и подземным силам. И именно отсюда пошла каста меченых. Родимые пятна на девочках являлись знаками, посланные на землю ведьмы. А также стихийные проявления, как, к примеру, сильная метель, шторм, пожар, множество воронов над деревней или гибель большого количества людей в день появления новой ведьмы. И главный в селении жрец или старшая ведьма, зачастую советчица старших к селении, решали судьбу новорожденной, принесет ли она благо селению или же с ней пришла беда. С этого начиналась судьба ведьмы, ее либо признавали покровительницей, либо старались игнорировать ее и к определенному возрасту просили удалиться из семьи и селения. Теперь забегу немного в сторону и все же упомяну об извечной сказке, придуманной относительно недавно, касающейся красоты ведьмы. Красоту ведьмы имели редко, потому они и крали молодость и чужую энергию, пили кровь и молоко только что отелившихся коров. Странствующие женщины и старушки очень часто вызывали подозрения. И задача ведьмы-покровительницы была в том, чтобы ощутить приближение опасности. То есть быть хорошей сновидящей или эмпатом. И к тому же, не дать скитающимся ведьмам осесть в селении. И причинить вред тому же домашнему скоту, как и марокканские ведьмы, северный ужик к своему совершеннолетию. 13 лет лун весны или зимы для ведьмы становились полноправными участниками тонкого мира. Они могли говорить о том, что ощущают или чего стоит опасаться. В свои 16 лет ведьма становилась предсказателем, и если ее пророчества сбывались, то она занимала место рядом со старейшинами селения. Ну а если дара предсказывать ведьме не было, то чаще всего ее отправляли лечить людей. Порошки, отвары к тому времени она все равно знала действие трав. Порой тяжело отделить ведьму от шамана. Ведьма также говорит с духами, также ходит тропами потустороннего. Она имеет силу слова и духов-помощников, но все же не шаман. Основная разница между шаманом женского пола и ведьмой, они пришли из разных дорог одного перекрестка. Ведьмы древних культов, первое и самое главное для ведьмы сила, связь с тонким, иное мышление и видение. Внешность – это уже атрибутика социального мира, где-то на границе между человеческим и животным, отпугивающая или неимоверно привлекательная внешность, язык для смертных, доступный их пониманию. Но тогда внешность не играла особой роли для смертных, и все потому, что ведьма не обязана быть красавицей. Чаще всего ведьмы приходили из серединных миров и нижних, а те же шаманы высших. Шамана отправляло высшее божество для координации действий в средних и нижних мирах. А ведьмы могли как сами прийти, так и могли быть связаны с достаточно темными духами. Но не значит черными и исключительно разрушительными. Более древними, теми, которых мы теперь именуем хтоническими, первозданными, частичками Хаоса, и когда встречались ведьма и шаман, пришедшие с разных дорог тонкого мира, возникал бой. На смерть. Однако, внесу коррективы, если встречались шаман Нижнего мира и ведьма, это не гарантировало крепкой дружбы и любви. Все же они были представителями разных слоев потустороннего общества, и встреча на перекрестке могла закончиться также поединком. Понятие ведьмы в том же шаманизме скорее отсутствует, нежели присутствует. Но с позиции шаманизма, только пришедшие от определенных, то есть главных богов духов, могли быть шаманами.
Ведьма же было существо пониже рангом, однако все зависело от того, кто стоял за ведьмой, по чьей воле она появилась в мире смертных и чье покровительство ей гарантировано. Бывали случаи, когда ведьма оказывалась сильнее полномочий хтонических сил превышали даже свет, который был за шаманом. Что же из себя представлял этот вид ведьмы? Все так же предсказание и пророчество, умение вылечить и оберечь, а также в зависимости от своей масти и навредить. Увидеть смерть и убрать ее с пути. У ведьмы не было бубна, это атрибутика жречества, зато у нее всегда были кости рыбы, камни и порошок из трав, который сыпался в огонь и вызывал видение. К ее помощи могли прибегать в мелких вопросах защита и удачливость. Убить ведьму считалось сильнейшим злом, поэтому для решения вопросов с ведьмой, если что пошло не так, звали шамана и рассчитывали только на его помощь. Не должны смертные касаться существа из тонкого мира, только равные должны стать друг напротив друга. Ведьмы-оборотни, конечно же, большинство ведьм не только в душе, но и физически оборотни. К сожалению, этот вид и навыки предков ведьм-оборотней вымирают, все это следствие закостенелости цивилизации. И хотя народ любит сказки, но среди сказок есть реальные оборотни, чье непосредственное явление в мире серединном нефиксированная точка, а мост между тонкими мирами, внешним видом и властью над формой. Потомки оборотней до сих пор рождаются с хвостами, потеряв способность к трансформации, они все равно несут на себе генетический отпечаток особенности. И уж какая красота с хвостом сзади один из признаков ведьм, который при массовых гонениях был явным доказательством к колдовству. Самый высший пилотаж был в двух вариантах подчинить себе животное так, чтобы видеть его глазами, частичный перенос сознания в живой объект, без внешней трансформации и реальная трансформация на уровне физики. Это редкий дар и неимоверно важный для ведьмы умение полностью сместить точку сборки настолько, чтобы заставить материю подчиниться бессознательному и сознательному. Также к этой категории приписываются сильнейшие сновидящие, которые без изменения физики могли во времени здесь и сейчас появляться в своих животных дублях среди физического мира. Думаю, достаточно представить подобный уровень развития и могущества ведьмы, которая смогла стать выше самого главного ограничения физического проявления себя и своей воли проявления в мире серединном, что давало оборотничество. Этот навык был полезен ведьмам устранить врагов, незримо присутствовать в тайных местах, слышать разговоры и знать все, что могло пригодиться ведьме в ее власти и безопасности. Также, будучи птицей или волком, она могла преодолевать огромные расстояния для выполнения своих обрядов подальше от места проживания и с рассветом возвращаться к себе. В подобных ведьмах доминирующая стихия должна была быть ветер или вода. Земные и огненные ведьмы не имеют навыков оборотничества. Стихийные ведьмы. Я встречал стихийных ведьм, они могли, закрыв глаза, разогнать тучи и призвать их, остановить ветер и развернуть его вспять, остудить воду, да заморозить не дошло, и, кстати, даже умудрялись зарядить телефон, не подключая его в розетку, а просто держа в руках. Стихийные ведьмы не редкость. Они не создают кукол, редко пользуются жертвами в виде умерщвленных животных или крови, но зато они имеют власть над человеческим телом, которое состоит изо всех пяти элементов. Ведьмы огня. Это не сказка о Павотаре. Это реальные ведьмы, живущие в телах, в их ведении работа с огнем, свечами, а также грозами и силой солнца, как никто другой, они зависят от своей природы. Ведь быть энергетическим проводником очень ярой и опасной стихии тяжело. Поэтому ведьмы огня очень часто вспыльчивы, но зато и честолюбивы, справедливы. И с их силой намерения могут разве что посостязаться ведьмы воздуха. Ведьмы воздуха – заклинатели ветров и перемен, предельщики незримого в тонких мирах. Они больше всех обладают силой слова и мысли. Сказанное ими необдуманное слово может доставить массу хлопот, а уж продуманное зло или наказание может быть тотальным. Воздух – стихия почетная для всех ведьм, так как именно благодаря ей ведьмы подчиняют в своем становлении тонкое, шаг за шагом проходя в сновидениях по воздуху, учась летать и парить, осторожно ступать по ветрам и возноситься в ночное небо.
Первая стадия трансформации – переосмыслить свои возможности и стать немного выше обычных смертных. Вторая стадия трансформации – овладеть навыками полета сознательно в сновидениях. Третья ступень – лишить себя формы и взять чужую. Так ведьмы ветров, снимая ограничения во сновидениях, снимают их и в реальности, шаг за шагом, стирая границы невозможного. Ведьмы воды. Не надо приписывать им излишнюю эмоциональность. Это не так. Их чувствительность на грани фантастики. Они ощущают чужую боль как свою. Они способны ощущать боль любого живого существа и имеют власть над эмоциями всего сущего. Они могут в разговоре успокоить или настроить на нужную волну человека, могут снять боль у человека или животного, устранить болезнь, очистив его водным потоком. У них очень специфические покровители водные духи морей и океанов, подземных вод и небесных. Им отведено место лекарей душ, и неважно, это душа человека или леса, животного или птицы. Для ведьмы воды нет разницы между богатым и бедным просто потому, что чувствовать они будут всех одинаково. Их нельзя обмануть, так как они врожденные эмпаты, а значит, непревзойденные чтецы душ и эмоций. А также опасные личности, которые на пике своей боли или мести могут создать страшные душевные и психические болезни расстройства смертным. Ведьмы Земли. О них мы упоминали кратко в самом начале «Ведьмы растений и мира камней». Те самые зеленые ведьмы, о которых я упоминал в самом начале. Вот и встретились два определения, в одной касте их окружают животные. Они часто имеют навыки говорить и понимать язык животных, любители природы, тишины и лесной глуши. Ведьмы земли не любители массовок, чаще они оседлые травники и земледельцы, скотоводы, которым в тяготу излишнее людское общение. Их душа – земля. Положив руку на землю, они знают, о чем она говорит. Они слышат подступы землетрясений и изменения в пограничных мирах. В чем-то они своеобразные пограничники, которые бдят за порталами, они часто бессознательно селятся поблизости с активными патогенными зонами. Ведь их основная функция – стабилизировать наитонкого в материальном. И кто, если не ведьма Земли, сможет остановить любое опасное вторжение? Ведьмы Земли редко сновидящие, но зато их тело – часть матери, которая дает им все нужные подсказки. Ведьма четырех стихий есть и эта категория. Сложная и довольно объемлющая каста. Подобный стихийщик может быть одновременно частично приверженцем касты оборотней, частично ведьмой северной и ведьмой древних культов. Ее глубина завораживает и пугает при этом. Никаких кладбищ, никакой чернухи, ничего из часто встречающегося в сети интернет. Но это не значит, что она не ведьма. Она самая настоящая ведьма, которой не нужны заморочки большинства не ведьм, пытающихся кем-то стать. Ее достоинство в том, что она связана с тонким миром и при желании или необходимости может найти самые тайные из ритуалов. Вспомнить сама или чужими глазами древние обряды, стать фантомом не в своем лице и быть в некоторых сновидениях одновременно. Она способна использовать круг стихий и взять под контроль каждую. Она проявление потустороннего и одновременно генетического. Так что ведьма – это не черные шпильки и чулки, не вечная молодость и эффектный вид. Ведьма в первую очередь оборотень, она должна быть незаметной, а не крикливо одетой. И да, вы никогда не ощутите настоящую ведьму, кроме разве что ее специфического взгляда, который порой кажется не людским, а животным, волчьим или птичьим. И странной ряби вокруг нее, словно она не из этого мира. А вам встречались когда-нибудь ведьмы? Что вы думаете об этом? Напишите ваши комментарии под видео. До скорой встречи, Демура.